являются ли гениальными сами люди, с которыми мы имеем дело, или гениальными являются те вещи, которые они сделали. Решения, которые вы принимаете, они на самом деле приходят к вам откуда-то изнутри. Никакой гениальности не существует. Ученые создают что-то великое не потому, что они сами вдруг прозрели что-то невероятное, а потому что уровень образования к этому моменту создал все необходимые пазлы, а они нашли только новую комбинацию. Вас посадят в консервную банку и отправят болтаться на многие тысячи километров над землей. И какой-то парень идет, улыбаясь, садится и говорит: «Поехали!»